Министерство природных ресурсов и экологии реализует майские указы президента. В рамках федерального проекта «Чистая страна» поставлена задача по рекультивации 191 объекта накопления твердых коммунальных отходов. Один из них – городская свалка в Челябинске. Эта городская свалка действовала с 1949 года и была закрыта в 2018. Почти 70 лет сюда ввозили коммунальные, строительные и промышленные отходы. Поэтому главные цели рекультивации – уменьшить экологический ущерб и снизить риски, связанные с захоронением бытовых и промышленных отходов. Ведь за прошедшие десятилетия городская свалка стала одним из основных загрязнителей окружающей среды. Реальной угрозой здоровью людей и окружающей среде Челябинскую свалку сделали близость водных артерий и жилых массивов. Итак, рекультивация. Этот процесс проходит в три последовательных этапа. На подготовительном этапе специалисты проводят инженерные изыскания, ведут подготовку территории для строительства, обустраивают хозяйственную зону и обеспечивают площадку средствами пожаротушения. На техническом этапе идет переформирование тела свалки, устройство систем дегазации, сбора и очистки фильтрата, поверхностных стоков, установка рекультивационного многофункционального покрытия. Во время всех этих работ проводится регулярный мониторинг состояния окружающей среды. Биологический этап представляет собой комплекс мер по подготовке плодородного слоя, посеву многолетних трав, уходу за насаждениями. Итогом рекультивации Челябинской свалки станет безопасный зеленый холм.